всего я себя чувствовал, вот физически, это когда состояние месяца два до соревнований, полтора. Когда ты силен, вот самое пруховское тогда, спортсмены, которые готовятся, они поймут, о чем я. Но еще не изможден, не истощен диетой. Вот, самое лучшее состояние. Потому что ни в межсезонье, ни вот сейчас я себя хорошо не чувствую. В межсезонье у меня высокое давление и болит голова постоянно. А сейчас я просто развалина. Ну, хотя бы могу пробежать 10 километров, конечно. Так меня сложно развалиной назвать. Но все равно.